Всем привет! С новым обновлением появились и новые автомобили. Наподобие командного пункта, называется Террорбайт. 1 375 000. Машина, где якобы можно модифицировать опрессор, новый летающий МК-2. И только он здесь будет модифицироваться и запускать задания всякого бизнеса прямо из этого автомобиля. Якобы не надо будет бегать по этим всяким бункерам, ангарам и так далее, чтобы запустить миссию. Ладно, давай модифицируем, тогда посмотрим, что он там из себя представляет. Как обычно, миллиона так на несколько по-любому улетит. Сразу же, что тут есть? Расцветка салона. 9 вариантов. И любая стоит 105. Стандартный темный. Почти никакого различия нету. Серый, серый тут, серый, зеленый, оранжевый. Давай синий тогда. Есть какая-то тут наклейка. Чё? За 127 наклеечка, самая дорогая. Это какие-то обои. Они даже ничем не выделяются. Их практически не видно, то нахрен тогда не буду их ставить. Есть турель, стреляют ракетами. Решили выйти из тени и делать это как следует. Наведите сразу на 5 целей. Сразу на 5 целей. Интересно, как оно будет в деле. В общем, она 297. Как обычно, пилот, водитель этого транспорта только ездить может. Чтобы пострелять, надо будет залезть в кабину. Станция дронов. Можно поставить, можно и не ставить. А что она 815? Что же такие дроны? Дроны дороже турелей ракетных. Что в них крутого? Это дрон наблюдения малого радиуса действия, оснащен шокером и механизмом самоуничтожения. Никогда еще техническое совершенство не позволяло столь успешно компенсировать крайнюю трусость. Станция дронов, значит. Что тут еще оружейное есть? Это оружие сделать в МК-2. Это как в Авенгер и в подвижном пункте. Она, думаю, нахрен ее ставить, если она уже в другом месте есть. 245. Она обойдемся. Есть и мастерская. Но вот эту можно поставить. 495. Жирновато. Можно модифицировать этот летающий мотоцикл. Итого 3 миллиона. А если с оружейной 3 300, то примерно полная прокачка будет 3 400, если эти обои еще наклеить. Ну ладно, берем. Кассовый аппарат сработал. Покупка совершена. Скоро будет доставлен. Никакие документы подписать не нужно, никакие транзакции не фиксируются. А государственные органы не ведут учет. Всего доброго. Чтобы модифицировать, с
Спуститесь на самый нижний этаж гаража. Кроме этого, вы можете попросить доставить его вам через услуги в меню взаимодействия. Ну, это так же, как можно Авенгер запросить или подвижный пункт. Прям где-нибудь по городу гоняешь-гоняешь, бац, и тебе надо этот террорбайт. А вдруг понадобился. Первый этаж. Тони, что тебе надо? А где? Где звук? Почему-то звука не было. На нижний этаж. Так, и где он? Тут всю комнату занял. Ну, не знаю, он не такой уж и большой по сравнению с командным передвижным пунктом. И поуже. Да, точно, он поуже. И намного даже поуже. Что тут еще есть? Ничем не примечательный такой грузовичок с запасными колесами сзади. А где тюнинги? Тюнинг. Сейчас посмотрим, что тут есть. Цена брони все то же самое. 50. По скорости 3 с небольшим этих палочки. Тут ускорение 2. Торможения нету. Сцепление среднячок. Тормоз не буду ставить. Там вообще даже ничего не видно, чтобы прибавляться. Еле-еле там один пиксель. Ну ладно, со скидкой-то чтобы еще и не взять. Тем более там пол этой палки показывал. Музыка, фары. С нормальными, со стандартными сойдет. Это уже тут стоит. Номер. Черный, синий. И так далее. Окраска. О, нормально. Вместе с кузовом красит. Металлик, дай металлик закрашу. О, красный клево ему идет. Пожалуй, красный я оставлю. Я еще остальные мотану. А вот это, наверное, будет в дополнительный цвет. Вот это боковые штуковины. Ну и черный тоже нормально смотрится. Чик-чик-чик, 8000. Стой. Не туда. Дополнительный. А, точно, вот она. Окоемка, это каркас. Истинный белый. И еще тут на крыше полоска.
Пипец сочный. Странно, он почему-то золотым выглядит. Давай белый. Белый, белый, еще тут металл. Алюминий. Точно. Давай алюминий. Все, тут есть даже подвеска. Что-то я не припомню, чтобы у грузовиков регулировалась подвеска. Даже не у всех автомобилей этих легковых есть эта подвеска. Ускорение 40 тысяч. Ладно. Что еще есть? Турбо. Да ну нахрен, 4 палочки, как будто будет тут ускоряться. Как на формуле. Колеса эксклюзивные. О нет, это вообще-то никак грузовику не идет. Они хоть и больше этими диаметром, ну как так смешно выглядит. И по-моему они вот эти, которые стандартные стоят колеса, они как есть эксклюзивные по умолчанию, больше таких нету. Но остальные все те же самые колеса ставить не буду, цвет колес не ставится, потому что стандартные шины, дизайн также не ставится, пулестойкие уже установлены, дым ставить не буду. Есть тонировка. А где бронеплиты какие-нибудь на стекла? Нету. Все. Легкий тюнинг закончен. Пора посмотреть, что там внутри. Hey, I'm talking to you live from. You don't need Ух ты. This is your truck, a vehicle I designed and assembled, from the keyboards to the codes the systems run on. We should have everything in here we need to take down any score we want. Тут есть все, чтобы выполнить любое задание. Модификация прессор МК-2. The workshop would allow you to buy and upgrade a range of weaponry into superior variants. Or make them look pretty, if that's what you're into. Для оружия. Now, that big touchscreen in the center of the room is where you should really be looking. We'll QB everything we're doing from there. So, log on when you're ready, and I'll talk you through it. В качестве босса воспользуйтесь компьютером с сенсорным экраном, чтобы получить доступ к заданиям клиента. С помощью компьютера также можно начинать задания по доставке сырья для ваших предприятий. Что тут?
Есть кап переодеться. Вон тут сама мастерская. Не знаю, как это выглядит. Более шире, чем снаружи. Или это кажется только. Ну а так тесновато, это еще куда? Комната войти через кабину. О! Вот это нормально. Что из кабины можно попасть сразу же. Либо выйти, либо выйти через кабину. Подожди. Что-то я не понял. Нет, все верно. Тут дверь. А как отсюда зайти? Как попасть в кузов? Тут нету. Наверное, отсюда и нельзя, хотя сомневаюсь. Пи-пи-пи-пи. Подойди к боковым этим дверям, чтобы получить доступ к модулям. Что-то я, в общем, не понял, как из кабины забраться в этот кузов. Тут есть раз, два. Два всего лишь у этого пульта управления. Использовать дрон. Ага, дрон, а это что? Использовать самонаводящие ракеты. Multi-lock missile battery. Not too much to say on this. Just point and shoot, right? The multi-target lock-on allows you to lock on to multiple. А ниже не опускается херня-то. Not exactly sure what the hell you'll need this for, but who knows? Seemed cool. Ага. Ниже не опускаться. Это интересно, захват будет, если цель будет чуть пониже прицела. Или захват только надо будет держать в цели, по центру. Бабах! Ну ладно, с этими ракетами понятно. Ничего такого особого в них и нет. И какой-то тут дрон. I'm proud of this little guy. They may be small and fragile, but they're super maneuverable and pack a punch. We've got a decent range on one from the truck, and you'll be able to shock people with the built-in stunner. Or if it's a kamikaze mission, the detonator should take someone out. Он жужжит как муха. А где? Удары током выйти, взорвать.
Ага. Вниз и вверх. Ну и где? А как-то спускаться вообще неудобно на page, page down и page up. При этом еще надо мышкой поворачивать. Ну да, как там корявое управление. Или непривычное. О, чё он разбился? Он разбился. Нельзя и опускаться слишком низко. Дрон сломался, следующая вылетит через 50 секунд. В общем, с дроном маленько понятно. Вверх-вниз там ускорение. И электрошокер, еще самоуничтожение есть. Welcome to my app. If working for an idiot has taught me anything, it's how to make things idiot-proof. So you get to run scores with software that's actually usable. How's that for a change? There should be some names up here you're familiar with. All the illicit businesses in Los Santos and Blaine County. Все перечисленные нелегальные предприятия. Можно подрубаться к любому предприятию. Можно заказать сырье. Экономия времени, чтобы никуда не бегать. А почему у меня закрыто сырье для байкеров? Взломайте страницу Open Road. А эти почему не надо взломать? Может, байкеры недоступны, потому что надо на байкеров переключаться. Задание клиентов. Вот это было написано. Какие-то там 6 заданий должно быть. Other outfits may try to stop you. Good luck. Ну и желательно выполнять эти задания совместно с кем-нибудь, с напарниками. Потому что тут все эти задания должны выполняться в открытой сессии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Че, чтобы получить доступ? К испытанию примите в свою организацию еще одного игрока. Ух ты. Минимум на двоих, наверное. Миссия на двоих. А это значит, можно по одному все выполнить. Узнайте, где идет ограбление банка и заберите туда золото. Взломать несколько машин, чтобы находиться в диске данных, затем достать диск. Диски клиенту, взломайте серверы, чтобы выслать важную цель, а затем уничтожьте ее. Украдите алмазы у команды охранников из ювелирного магазина. Задание клиентов, воздушные перевозки. Ну да. Как я и думал, что сырье не получится
заказать, если не этот, не президент Мотокуба. А если перейти в президент Мотокуба, то имея все активные предприятия, которые в данный момент у меня 5 штук их активировано для того, чтобы этот ночной клуб все предприятия оттаскали эти грузы, то будет сразу же минус 30 тысяч вычитаться, поэтому не особо и важно сырье это для байкеров. Оно будет полезно, я думаю, если только байкерскими предприятиями занимаешься, всеми 5. Заказал, допустим, в этот склад сырья, в другой заказал, а, допустим, в 5 склад привез сам, чтобы сэкономить примерно. Как-то так думаю. Что тут? Перевозка транспорта, торговля оружием. Это для бункера. Это для ангара, эти спецгрузы. Ящики таскать в ангары. Ну ладно. Как бы все понятно. Посмотрим это уже в следующем видео. Все эти задания клиентские. Но на этом у меня все. Оставляйте свои комментарии. Что вы думаете, нужна эта тачка Terror Byte или нет? Может, пустая трата денег для того, чтобы была возможность модифицировать этот опрессор, новый летающий. Всем пока и до новых видео.